Помочь всем миром. Полуторагодовалой Соне Гилмзяновой требуется помощь. Из-за сложного диагноза ребенок не может ходить. Помочь ей в состоянии только израильские медики, но для диагностики и лечения необходимо 15 тысяч долларов. Вера Белогородская пообщалась с родителями девочки. Это кроха с карими глазами София Гилмзянова. Девочке всего 1 год и 4 месяца. Но ее жизнь уже нельзя назвать беззаботной. С рождения малышке поставили страшный диагноз – спинномозговая грыжа и разрыв позвоночника в поясничном отделе. После появления девочки на свет врачи сделали ей несколько операций. Однако практических результатов это не принесло. Операцию сделали, а последствия как бы после того, что обрезали эту грыжу, ну, дают о себе знать. Она не шевелит ножками, у нее не работает нижняя часть. Она не умеет сама ни писать, ни какать. Как бы, ну, естественно, не передвигается, не поворачивается, не ползает и не ходит. Родственники Сонечки обращались в детский ортопедический институт имени Турнева в Санкт-Петербурге. Врачи вынесли неутешительное заключение. Сама малышка ходить не будет. Слишком уж сильно поражен спиной мозг. В северной столице родственникам предложили подождать до 2 лет и только потом думать об операции. Но сидеть сложа руки родители не собираются. Обратились в израильскую клинику. Именно те врачи, с которыми мы разговаривали, да, из Израиля, они сказали, что есть возможность сделать там пару операций, что ножки зашевелятся, и что сделать специальный аппарат, с помощью которого детки, как Сонечка, ходят. Стоимость обследования и первоначальный курс лечения обойдется в 15 тысяч долларов. Пока удалось собрать только 3. К сбору денег подключился и Северодвинский благотворительный фонд «Диана». Благотворительным фондом «Диана» собирается сумма 660 тысяч рублей. На данный момент собрано около 30 тысяч рублей. При помощи короткого номера 3116, который действует до 10 числа, а также можно помочь при помощи платежной системы на сайте фонда. Всю информацию, как помочь Сонечке, можно найти в официальной группе ВКонтакте и на сайте благотворительного фонда «Диана», адреса которых указаны на экране. Также можно послать СМС на короткий номер 3116, «Диана», пробел, сумма от 100 до 5 тысяч рублей. Перечисления принимаются от сотовых операторов Теле2, МТС и Билайн. По всем вопросам звоните непосредственно маме Сони, Екатерине. Вера Белогородская, Александр Кузнецов, Новости РЕН-ТВ, Архангельск.